Здорово всем, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать вам охуительную историю о том, как я, ну, однажды обосрался во время еблестян. Ну, то есть, по иронии всей ситуации, это было как раз, ну, первый раз. Вот, и кто слышал замечательную, ну, песню от исполнителя, очень известного в узких, ну, кругах, ну, то есть, бля, ебанько, вот, но есть там, ну, знаете, вот это, мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась, ну, в отличие от этой песни, во время ебли, эта ситуация случилась со мной, и в ней, ну, как раз той стороной, которая обосралась, был я, и это не в каком-то там, в переносном смысле, вот, как говорят, там, бля, хуй не встал во время ебли, это считается там, не оправдал ожидания, обосрался, а именно в прямом смысле, в самом настоящем, то есть в этой ситуации, ну, было все говно, жопа, ну, в общем, все, что и, ну, происходит во время акта дефекации. В общем, дорогие друзья, это случилось со мной 2-3 года назад, на тот момент у меня никогда не было тян, и вот я совершенно случайно нашел тян, мы с ней начали встречаться, и... Но рано или поздно, там, по истечении нескольких месяцев, ну, после начала отношений, дело дошло до вот этого. И мы на тот момент находились у нее дома. Это, ну, было вот такая очень высокая, там, 10, возможно, ну, 15-этажное старое здание, вот это, бля. Ну, то есть... Вы, наверное, спросите, а нахуя эти детали? Но это очень важно, дорогие друзья, ведь в этой высоком здании, именно старой, находился вот такая хуйня, ну, то есть мусоропровод, ну, то есть, который находится именно в здании. Ну, ну такого вот раньше часто строили именно в домах. То есть, вышел из квартиры, хуйнул, ну, туда мусор, чтобы не уходить там. И вот, дорогие друзья... В тот вечер ничего не предвещало беды, ну, кроме, ну, того, что ни она, ни я никогда раньше не ебались. И, естественно, это был, бля, волнительный момент для всех нас, для обоих сторон, так сказать. И вот вы знаете, что всегда вот это в фильмах, обычно люди сначала идут в ресторан, жрут там, а потом вот чел говорит, ну, поехали, ну, ко мне там ебаться, ну, будем, ну, естественно, он говорит не так, а типа, завуалированно говорит, ну, поехали, ну, ко мне там, ты очень устала там, бля, у меня, ну, как раз там лишняя кровать, лишняя пачка гандонов совершенно случайно оказалась. Вот, дорогие друзья, ключевой момент, что обычно они жрут, вот так случилось с нами, ну, то есть мы сначала, ну, пожали, а, ну, пожали, еще не какое-то там изысканное блюда были, а банально там, ну, пельмени с майонезом, то есть охуенно, я считаю, еда, но как оказалось, это было большой ошибкой. В общем, начинаем мы ебаться, а ебутся обычно как, мужик сверху, а тян снизу, ну, это классическая поза считается, не помню, как она там называется, в общем, классическая поза. Ну, которую, ну, раньше всегда использовали до того момента, ну, когда не появился, ну, прон, вот, и люди узнали оттуда много других поз. В общем, в первый раз, естественно, эта поза была, ну, лучшим вариантом, ведь все другие нужно учиться там долго. И, в общем, дорогие друзья, вы знаете, что после любого, ну, принятия пищи нельзя очень там часа два ничем заниматься, лучше вообще там лечь и просто лежать. Ну, дорогие друзья, у меня такая хуйня, ну, то есть, ну, когда, ну, пожал желудок, ну, как бы внутри давит нахуй и хочется ебаться. В общем, в тот вечер так получилось, что очень сильно захотелось ебаться. Ну, вот Тян была не против, ну, не зря же мы встречались там дохуя, ну, не просто же так, чтобы ходить за ручки, там вся хуйня. Ну, в общем, дорогие друзья, мы начали ебаться. И, ну, сами понимаете, в первый раз там еще чувство волнения. А чувство волнения вот всегда, ну, действует
очень негативно на вот анальный сфинктер. Ну, то есть он сжимается вот и может разжиматься в самый неподходящий момент. В общем, мы начали ебаться, и тут я чувствую, что ебать, у меня начинает очень сильно болеть живот, вот. Ну, то есть я чувствую, что говно там ненормально, а именно жиденькое такое. То есть вообще, ну, пиздец. Знаете, вот когда, ну, понос, там говно очень жидкое, и хочется срать, ну, хочется вообще там сесть на унитаз и не вставать с него там час-два. Ну, обычно у меня так бывает. В общем, чувствую я, что, ну, пизда, все. А когда ебешь еще, наоборот, очень тяжело сдерживать вот говно, и вот я чувствую, что все, ну, пизда. И, в общем, я сказал ей, ну, я, естественно, не стал срать в туалете, как все нормальные люди, ну, потому что, сами, ну, понимаете, стыдно там, стеснение, вся хуйня, то есть, может же говно не просто там из жопы палиться, а еще с пердежом, там, то есть, испортить вот эту романтическую обстановку, там, атмосферу, вся хуйня. И, в общем, я сказал ей что-то в стиле, бля, там, ну, порвался гандон, нужно сходить купить новый, несмотря на то, что в упаковке их там не один, а несколько штук. Ну, это единственное, что мне, ну, пришло в голову в тот момент. А на самом деле, вот я вышел до Макдональдса, там ближайшего, ну, было очень там не близкое расстояние, и здесь я увидел то, что меня очень обрадовало. В этом доме был мусоропровод. Вот этот мусоропровод, бля. И, в общем, я сел, охуенно, ну, посрал в него. Но, ну, после этого вспомнил, что нету туалетной бумаги, к сожалению. Ну, вот, дорогие друзья, все в жизни, ну, происходит не так, как мы обычно хотим. В общем, я очень быстро вернулся. С пониманием того, что говно, там, остатки говна стекают по... У меня по ногам, там, по это, ну, естественно, я не подал виду, что это действительно, ну, происходит. Ну, в общем, ну, пошел в ванну, там, ну, помылся, вот это все говно смыл с себя. Ну, дальше особо интересно продолжать не было. Я сказал что-то в стиле, там, у меня болит живот, и, в общем, на этом моменте слился с ебли. Ну, потому что я, ну, понимал, что как бы все может начаться снова. И уже в следующий момент я могу не сдержать, вот, так сказать, вот этот напор говна, и все может закончиться плачевно. В общем, дорогие друзья, вот такое было видео. Мораль Себастьяна такова, что никогда не смотрите эти ебанутые фильмы, никогда не жрите, ну, по крайней мере, сильно не нажратесь, если вы чувствуете, что эта встреча там с тян уже закончится. Ебли с ней, вот, ну, потому что тогда вы можете столкнуться с тем столкнулся я. А это было очень неудобно, очень вообще так неприятно. В общем, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.